Здравствуйте! Есть много людей, которые испытывают некоторую неудовлетворенность своим внешним видом. Некоторые, особенно женщины, как правило, хотят изменить различные аспекты своего тела, будь то из-за избыточного веса, формы грудей, поврежденных волос и так далее. Однако есть что-то, что вызывает чувство дискомфорта как у мужчин, так и у женщин, и это потливость ног. К счастью, всегда будет что-то, улучшающее любое состояние, и зубная паста является идеальным ингредиентом для этого. Может показаться немного сумасшедшим, чтобы нанести зубную пасту на ноги, но на самом деле это один из лучших ингредиентов, которые вы можете использовать для устранения трещин, сухой кожи и любых других недугов. Если вы недовольны потливостью ног, этот рецепт для вас. Лекарственный рецепт на основе зубной пасты для улучшения внешнего вида ног. Материалы и ингредиенты, необходимые для использования средства. 180 мл белой зубной пасты, 100 мл миндального масла, 200 мл глицерина, 1 пластиковый или стеклянный контейнер. В результате вы получите достаточное количество средства для использования в течение нескольких дней. Если вы заметите, что все закончилось, то можно подготовить немного больше, пока ваши ноги не будут выглядеть так, как вы этого хотите. Приготовление чрезвычайно простое. Вам просто нужно смешать все ингредиенты в количествах, которые уже были указаны. И вы получаете крем с гладкой консистенцией, с хорошим ароматом и полностью функциональным. Прежде чем применять его, вы должны учитывать ваше самочувствие, то есть знать, вызывает ли какой-либо из этих материалов у вас какую-либо аллергию. Лечебные свойства естественного лечения ног. В общем, зубная паста обычно имеет компонент ментола, который обеспечивает свежесть для нашего рта, а также содержит некоторые специальные химические вещества, которые уничтожают бактерии, которые мы можем использовать в области полости рта. При применении к ногам результат практически не меняется. Благодаря этим компонентам боль в ногах уменьшится и мертвые клетки, которые там будут, исчезнут, оставив ваши ноги мягкими и свободными от трещин. Миндальное масло содержит много витаминов, которые делают вашу кожу увлажненной все время. Его ежедневное применение настоятельно рекомендуется дерматологами, потому что оно регенерирует дерму и предотвращает любые болезни или болезни в нем. Глицерин. Как и миндальное масло, глицерин может увлажнять ваши ноги, принимая во внимание, что они всегда подвержены изменениям климата и никогда не подвергаются надлежащей обработке. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!